приказ Азраилу. Пошел Афанди к Баю попросить 10 пудов пшеницы в долг до будущего урожая. Сам богач не соблаговолил выйти к мудрецу, а закричал из соседнего помещения. «Эй, управляющий, скажи виночерпию, чтобы он сказал сокольничему, чтобы он сказал доезжачему, чтобы он сказал предвернику, чтобы он сказал привратнику, чтобы он сказал сторожу, чтобы он сказал этому надоедливому Афанди, что у меня нет для него пшеницы в долг». Бедняга Афанди воскликнул: «О, всемилостивый Аллах, прикажи пророку Мухаммеду, чтобы он приказал архангелу Джабраилу, чтобы он приказал архангелу Михаэлу, чтобы он приказал архангелу Исрафилу, чтобы он приказал ангелу смерти Азраилу сегодня же придушить этого изверга-помещика», плюнул и пошел домой.